Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с жителями проверил ход ремонта подъездов многоквартирных домов в микрорайоне Чкаловском. Во втором подъезде дома номер 30 на улице Институтской отремонтированы козырек, тамбур, двери, покрашены стены и потолки. Заменены почтовые ящики. По просьбам жителей установлены энергосберегающие светильники. Кстати, эта парадная примет участие в конкурсе «Тематический подъезд 2024». Подъезд номер 5 многоквартирного дома номер 28 на той же улице пострадал от пожара. На сегодняшний день здесь заменили окна, расчистили и загрунтовали стены. Ремонт планируется завершить до середины октября. В этом году в рамках государственной программы формирования современной комфортной городской среды в округе уже отремонтирован 21 подъезд. Еще в 43 работы продолжаются.